4 у Мустафиной. Вот смотрите, трудность у нее больше, а оценка меньше. Что еще раз подчеркивает, Афанасьева была лучше в программе набревания. Виктория Комова. Ну, тоже вот сейчас у нее дополнительная ответственность, потому что, ну, как не хочется, я думаю, ей и здесь допускать ошибку, тем более, что в вольных упражнениях не очень получилось. На прыжке была лучшей, там, да. На брусьях, сами все видели, ну и половину хотя бы снарядов пройти без видимых сбоев. У нас остались еще две девушки, вообще из двух составов, потому что, как я говорил, Пасека и Набиева, они выступали по совсем укороченной программе. Так что у нас здесь, ну, ясно, что график изначально составлялся, то есть не то, чтобы девушки приехали в Пензу и здесь давай решать, кто где будет выступать. График изначально составлялся на тренерском совете, на базе озера Круглое. Хорошо, Комова, молодец.